Проверка. Доброе утро. Доброе утро. Так, тебе мультики, ты помнишь, да, где смотреть можно? Только на это вот, что мне не нравится, как у меня сиськи видно. Просто пойду что-нибудь накину. Некрасиво вообще. Сейчас, ребята, я что-нибудь надену. Потому что дома-то одна история ходить, а в эфире другая. Вот, так-то получше. А то что-то совсем распоясалось. Доброе утро всем. Так, что тут никто ничего пока не писал. Все пока, получается, просто заходили. Мы варим кашу. Но я же обещала, поэтому я решила выйти. Кошка ободранная, да, с такими волосами. Варим кашу, доброе утро. Сейчас решила вот выйти к вам перед тем, как кушать сядем. Вот. Чё, как дела у вас? Рано, да, я вышла? По Москве это вообще 8:40. Ну, ничего страшного. Надо вставать рано. Чтобы было хорошее настроение. Нет, настроения хорошего не будет. Будет длинный день с плохим настроением. Сережа наверху там что-то мастерит. Пускай мастерит. Вот. Страшная люстра такая, просто ужасная. Не хочу смотреть на такую люстру. Пускай будет лучше так. Ну, смотрите, я потому что сонная. Планы на день. Сейчас поеду на почту. Заберу партию купальников, потому что мне их отшили. Из гладкой ткани. Из жаточки. Они в процессе. Мы там потому что корректируем трусики. Потому что мне не нравится, как там смотрится чуть-чуть. Вот. Шили сейчас... с длинными веревочками, как белые, красный, золотой, белый и черный. Вот, сейчас... Вот, и я выложу на продажу. Доброе утро, все хорошо, это хорошо. Нашла мастера по туфлям. Я вчера отвезла, и мне сказали, что со мной сегодня свяжутся. Вот. Потом поеду на педикюр после этого сразу. На педикюр. После педикюра поеду домой. И собираться будем, наверное, за Волгу с ночевой сегодня. Первый раз в этом году. Блин, причесон, конечно, просто. Я еще не знаю, что у меня сегодня с волосами будет, потому что я сегодня... Вчера купила другой шампунь какой-то, Миксит. Привет, Турция. Привет. А! Что? Ну, я, блин, вообще не хочу. Каша, дружба. Ну, сейчас я подниму. Подожди, сейчас подниму. Пойдем. Мама, а. Это какая рука? Какая? Левая. Правая. А это? Левая. А, значит, правый?
тебя была сломана правая. Значит, но тебе не страшно, потому что ты левша. Бляха, муха, Сережа, подойди, смотри. Муха. Ну что, тебе мало сломанных рук, что ли? Мало. Мама. Бардак будешь показывать? У меня вес 53. Крис, в чем на свадьбу пойдешь? Посмотрим, если платье успеет прийти, то в черном платье. Если туфли успеют сделать оранжевые, в оранжевых туфлях. Доброе утро, Кристина. Вы сегодня рано к нам. Да. Соплями сидишь, да? Ага. Люблю вас. Спасибо. Очень приятно. А как же, да, он классный? Он реально классный, но я не нашла его в большом магните. А мне нужен был шампунь. Но я как бы не готова ходить. Ой, надо кондёр выключить. Мам, вот правая. Вот правая. Да, вот правая, правильно. Еще я вчера поменяла Сереже батарейку в телефоне в 6-м. Но вот я что-то не уверена. Он все равно быстро садится. Короче, по ходу дела был не в этом. Витамины сейчас пока никакие. А можно еще у него такие штучки найти? Сереж, ищи сам. Я не знаю, где ты эти нашел. Хочешь, ищи? Ну вот иди ищи тогда на мансарде. Короче, мне это подбешивает, что он так садится. Я же уже и батарею поменяла. И она реально, ну, типа, новая, потому что он показывает... Он показывает, что у него 100% емкость. Привет, привет. Но в чем дело, я не понимаю. Так, а где автоблокировка? Нету, блин. Приветик, вы очень классный. Спасибо большое. Спасибо. Так. Сейчас, не люблю, говорю, эту люстру. Ой, Паша, начинает. Я думаю, что, наверное, достаточно. Мне кажется, достаточно. Пускай стоит. Настаивается. Так, короче, если вы не будете сейчас ничего писать, я включу черную любовь. И все. А разговор будет короткий. Короткий. Кристина, скажи, пожалуйста, как ты избавился от танзелита? Делали ли операцию? У меня хронический, не знаю, что делать. У меня тоже хронический, я ничего не делала. Я просто промывала и берегу себя во время холодов. То есть я стараюсь с ней переохлаждаться. Это очень провоцирует танзелит. Малой нормально. Ксим, привет, ты любишь ортопедические подушки? А у нас, наверное, ортопедические. Ну, такие вот, типа, какая-то там, ну, типа, горочка какая-то. У нас, наверное, ортопедические. Типа, обычные подушки, не знаю. Волосы не впадают, выпадают. Ухаживаю, никак не ухаживаю. Просто мою шампунем, бальзамом и всё. Нашла какое-то средство. Так, сейчас, подожди, масло положу, которое мне давно-давно советовали, я его купила. Ну, какое-то время попользовалась, потом забросила. Волга цветет, чуть-чуть уже начинает. Ну, в цветущей Волге все равно можно купаться. И, короче, мне кажется, что мне его советовали для блонда. Ну, вот я не знаю, может быть, вы знаете и скажете мне... А для блонда это или не для блонда только? Мажора посмотрела, но, блин, я, если бы я сразу увидела, обратила бы внимание на то, что... Там не все серии сразу, я бы не стала бы смотреть. Кристин, ты делала коррекцию подбородка и скул? Нет, я ничего не делала. Но это же маска, она же еще заужает, но у меня, в принципе, свои такие...
Видите, скулы как бы здесь, мне кажется, не сильно заужает, по-моему. Обязательно досмотрите. Да, да, я не брошу. Это вам не мешает жить? Пробки же, слизь или у вас этого нет? У меня пробки бывают, но слизи никакой нету. Вы ходили когда-нибудь к гадалке? Я ходила однажды, но не к гадалке, а к женщине, которая гадала на этой, на кофейной гуще. Вот, смотрите, вот такое средство. Мозг слетает. Вот какой-то L'Oréal серия Expert Color 10 в одном. Вот я не знаю, для блонда он или нет. Ну, короче, я стала опять пшикать. Не меняем ничего другого. Я, короче, им пшикаю сейчас. Вот. Сейчас, кстати, я тоже им пшикаю. Ну, вот такая вот консистенция. Ну, какая-то вот такая, типа, как... Не знаю, какой-то кремчик, что ли. Так, вот раз, раз. Может быть, кстати, витаминки начать пить. Надо допить уже, потому что я иначе не могу лоб себе заколоть. А лоб-то уже гармонь. Как у вас погода хорошая очень. Ты сама гадалка. Это средство не только для блонда. Все, отлично, тогда буду пользоваться. Вот смотрите. Я сейчас вот наношу средство и сейчас покажу, что было, что на руках будет. Сейчас. Мне кажется, надо еще немножко. Достаточно. Достаточно. Намазала. Слушай, Ир, хорошо, что ты мне сказала. Кстати, Ир, у меня потом глаза опять были красные вечером. Ну, я потом закапала. Ну, короче, вот, смотрите. Это я просто поводила по рукам. Ой, блядь, по рукам, по волосам. Я не знаю, нормально ли это или ненормально. И это вот я просто дотронулась до волос. Ну, типа, провела по ним руками. Пытаюсь смотреть, другие вообще не думают. А вот так вот. Люблю, когда так полотенце не отмывают, не висят. Это спасибо, ровно. Блять, такая. Да прости уже. Так, у меня так же капец. Короче, у вас тоже, да, так ли? А, средство сейчас еще раз покажу. Крис даже утром прекрасно. Это масочка. Всему голова. Вот, L'Oréal Expert. Я не знаю, есть такие сейчас или нет. Я его покупала в том году. Вот. Нет, мы не на свадьбу к Маше. Витамины связаны с тем, чтобы лоб колоть? Конечно. Там же витамин В, если есть, то нельзя, короче, принимать. Но сосуды все равно повреждены были от клея. А, понятно. Все, я поняла. У меня не густые, но тоже так. Нормально для густых волос. У меня то же самое было с волосами. Пропила сельцинк. Курс, упаковка, упадение остановилось. Так, надо заскринить, что это такое. Вообще, я пью вот такие витамины. Я их в Турции купила. Мне Ирина, кстати, посоветовала. Как раз тут, которая сейчас пишет. И сейчас пропью тогда еще одну баночку Омеги. Надо в системе, конечно, пить. Кремом для лица. У меня там под глаза какой-то поет, по-моему. А для лица Зоускин на Баджи. Сушу волосы, как вы показали в эфире. Это так
Просто и быстро спасибо вам, да? Видите, как я вам помогла? Витамин D тоже попей. Зачем мне пить витамин D, если на улице солнце? Чем делаете депиляцию? На лазер опять стала ходить. Персифил очень хороший, но у кого слабый желудок, надо только после еды. Много не делайте. Чего не делайте? А как понять слабый желудок? У меня слабый желудок или не слабый желудок? Как понять, слабый или не слабый? Вот у меня еще осталось тут 3 штучки. Вот это месяц. Пропустила, как у волос. Слушайте, блин, а я не помню, как я показывала. А если на голодный он болеть будет? Я тогда выпью лучше после. В чем проблема? Вот. А еще я пью по 2 штуки, чтобы быстрее пробить. Я не знаю, можно так или нет. Просто я знаю, что... Ну, типа, когда у меня волосы выпадали, мне сказали пить по 2 таблетки. Ой, прописали для беременных. Я говорю, зачем мне для беременных? Они говорят, это обычные витамины двойной дозировки. Вот. А волосы как я сушу? Слушайте, ну... Если... Я не помню, так или нет. Ну, короче, сначала их просто сушу. Вот просто, типа, феном. Слабой этой... температурой. А потом, по-моему, наверное, я вот так закалывала, да? Наверное, вот так закалывала. Сушила сначала этот нижний слой, потом отпускала и сушила верхний. Так? Так или не так? Хороший эффект от лазера, Крис. Ну, смотрите, я в том году делала 4 раза на одном лазере и 1 раз на другом еще лазере, потом бросила, потому что больно. Вот. А в этот раз я сделала 1 раз, и уже мальчики заходят, и не хочу на эти темы разговаривать. Короче, хорошо все. Лучше намного стало. Да, так сушила, ну все. Русь, привет. Вот ты зашел, я не могу тут девочкам про депиляцию рассказывать теперь. Как-то неловко. Ну чё? Давайте еще что-нибудь поспрашивайте, я пойду завтракать. Хочу есть. Я очень голодная. Мне надо посмотреть. А теперь, типа, что, нельзя посмотреть, кто в эфире? Я, короче, тыкаю туда, и он не тыкается. Количество людей, типа, не показывает. А у нас на завтрак каша дружбы. Кровь из желудок. Чем, таблетками, что ли? Спортом сейчас не занимаешься? На данный момент, прямо сейчас, нет. На той неделе я занималась, ходила. У меня сейчас тренируюсь с тренером, но Сережка приболел. Получается, совмещать сад и бэби-клуб. Но мы в бэби-клуб ходим, а в сад сейчас пока не ходим, потому что, ну, типа, он приболел прям. А бэби-клуб, как бы, там нормально, туда можно. Так, что тут с кашей? Я думаю, что сейчас можно, наверное, уже дать кашку. Кашку молочную сыну. У меня показывает, а у меня почему-то не показала. Ну-ка. Я вот тыкаю на цифру, и прикиньте, у меня не открывается. Так. Сегодня будет еще прямой эфир, мы скучаем все очень. Я не знаю, ребята, посмотрю по обстановке. Да, таблетками. Катин, ты не хочешь заняться своим делом каким-то? Я в процессе. Я же сказала, что сегодня будет поставка купальников уже
отшитых из гладкой ткани. Я сегодня уже, наверное, выложу всю эту гору. Я сегодня не могу, мне нужно еще найти девочку худую, с силиконовой грудью желательно, чтобы красивые фотки были, высокую, и отфоткать, но у меня нет такой девочки. У меня есть высокие, худые, но без груди. Не, в смысле, с грудью, просто небольшой. Крис, привет, привет. Ты вообще не пьешь? Практически нет. Кот живет у бабушки уже. 180. Нет, я количество вижу, я не вижу, кто там. Погода у нас хорошая. Планы сегодня почта, педикюр и за Волгу поехать. Блин, классные ресницы такие, вот такие. Я очень люблю реснички. Правда, это еще не расчесанные. Ну, как бы... Очень естественно, да? Нет такого, типа, что это, ну, приклеенные, нарощенные, типа, или много их. Ну, там Викуля со мной стоит. И Полис. Короче, я пошла завтракать. Буду звать сына. Вот. Вам всем прекрасного дня. Только хороших новостей. Да, ресницы шоколад. Я не делаю черные. Вот. Крис, советую сделать перманент бровей. Ну, у меня есть, но видите, у меня он темный, и чтобы сделать коричневатый, нужно свести, а я боюсь, короче, и поэтому, наверное, нет. Или ищите сразу хорошего мастера. Эффект ресниц – это мокрый эффект, толщина 1-2, все, лиса. На завтрак рисово-пшённая каша «Дружба». Пока, пока. Все, короче, девчонки, я пошла. Пока, пока. Все.